Привет, братишки и сестренки, с вами Никфроз, добро пожаловать в Craft the World, который, как обычно, вначале немного фризит. Простите. Потому что запись идет на совсем другой программе. Так, часики я поставил, не знаю, сколько будет этот ролик, но... Будет видно. Что я делал в прошлый раз, я уже не помню, так что... Тыц. Тут народ спит, тут такая штука, тут мы выравнивали. Ах да, мы тут выравнивали, тут долбаная овца, может овцу... Нет, давайте овцу поймаем, или нет, или мочканем. Мочканем овцу. И эту тоже. Так, овцы нам нужны. 5, ого, нифига себе здесь стоит. Надо их всех перегасить, не зря же я сюда телепортнулся. Такс. Птичку тоже мочим, не помню, на кой хрен, но... Пригодится в хозяйстве. Так, и где-то я хотел сделать такой загашничек для них, чтобы они бегали. Например, вот здесь. Еще лучше где-нибудь здесь внизу, чтобы они бегали и меня не доставали. Здесь можно было... Как-то похитро сделанному... Лестницу замутить. Кстати, по поводу лестниц. Так, не деревянную я хочу, а каменную. Я уже могу с камнем работать? Не понял. Работа с камнем. Не туда. Работа с камнем. Ага, для работы с камнем нам надо... Она закрыта. Почему? Потому что эта штука. Ага. Сложные постройки. Прочный короб. Корпус. Бурильной машины, блин. Ладно. Если чё, книги потом докачаем. Так, и через 2 минуты он у нас навалится, блин. Надо не сильно много им заданий выдавать, чтобы они это... Все четенько выполнили. Вот этот, блин, долго идет домой. Надеюсь, ты успеешь до телепорта. Хотя вряд ли, я не буду смотреть. Не могу смотреть на это. Так, на нас нападут. Скоро на нас нападут. Новое задание. Есть. Дерево технологий. Так. Это мы за счет... Так, каменные мосты. Требуется мастерская. Да ты чё, блин. Широкий стол. А широкий стол это какой? Я что, блин, день... А, их ещё ждать надо? Окей. Веревок так и не появилось. Веревка... Веревка берется с шерсти. Где наша шерсть? Так, теперь этих штук мне надо. 1, 2, 3, 4, 5. Пока. А там как пойдет. Где мы сделаем, чтобы эти овечки бегали и мне не мешали? Где-нибудь внизу? Вот здесь? Такой крок, 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 крок. Или вот вообще здесь где-нибудь. Ладно, сейчас понаблюдаем. Так, включили немного скорости. Аккуратненько, так аккуратненько. Сейчас посмотрим, как они будут тут отбиваться.
А, мастерская. Так, для мастерской нужны столы. Я не знаю, там создал кто-нибудь два стола или нет. Мастерская. Мастерская, по-моему, это такие маленькие такие пипки. Нет, нифига себе, она не маленькая. Ну, мать его, так пусть будет тут. Вдруг у них мозгов не хватит ко мне прийти. Где эти штуки? Я тут могу ставить? Тыц, тыц, тыц. Чё за бляха? То есть не могу, хотите сказать? Если вот здесь вот так вырубить. Так, ребята, кстати, приношу извинения. У меня тут открыты окна на всю. На улице там плюсовая температура. У меня, конечно, зима и все такое. Но. Температура плюсовая, поэтому у меня открыто окошко. Возможен посторонний шум. Так, эти, я не знаю, ну, копайтесь там и делайте что-нибудь. Смотреть туда боязно. Или вот здесь сделать, пусть бегает. Смотрите, какой тут красивый загончик, а? Почему бы и нет? Правда. Пять. Ну что, остальные стали? Вперед. Еще я так помню, хотел. Железная кирка. Еще помнится, я хотел фейерверк пустить ночью. А, я понял, что это за шум, ребята. Блин, это у меня елка открыта. И там у нас постоянно каждый вечер какие-то там, блин, проходят мероприятия. Я понял, что это. Блин, я приношу прощения, если, блин, вы это слышите. У него может уху есть. Ничего себе, блин, заява. Дерево — отличная лестница, блин. Давай, подрывай. Поджигай, как его ставить? Как его пыльнуть-то, блин? Инструкция по применению. Первое — поставить на открытой местности. Два — поджечь с наступлением ночи. Отбежать подальше. Поджечь? Поджечь. Да блин, оно тут выбрано. Фая. Горит, не? Так, поймать. Не знаю, что с этим, вальнуть его или не вальнуть. А не зря ли я это самое накликал на себя беду?
Боже мой, что там за... Придурки, которых... Мало жизни, блин. Ой, зря я это все затеял. Идет спать, нифига себе, он коцнутый. Вот имбецила кусок. Как вы так умудряетесь? Просто, блин, немыслимо. Взять и так тупо сдохнуть, это я не знаю. Это, блин, это надо уметь. Хер, вы не атакуйте. Блин. Блин, вы гоните. Ладно, допустим, мы его оставим в покое. Пусть себе летает. Хотя бы коцаные не нападайте. Блин, что же вы, сука, за дегенераты? Спать. Что же вы за тупарики, а? Нет маны, да? Ну как с тобой быть, а? Ты ж почти при смерти, братишка. Тут атаковать не может. Печалька в том, что... Блин. Бубухин. Можно мне за это достижение? Тупо джок, я так и не понял. Этот хрен, наверное. Все было красиво. Так, тут все спят, и один еще и помер, да? Он за ним будет гоняться, да? Ну погоняйся, блин. Блин. Отлетел далеко.
Вы что этого прибейте? Где мои бравые лучники? Давайте уже, блин. Валим, пидора, блин. Нет, не валим, все домой. Домой, 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 домой. Ух, прям через этот самый. Так, это интересно. Зря, блин, это все затея. Ой, зря я это все затеял. Не столько они круты, что так спокойно с ними сражаться. Вроде бы как тусой. Вот наступаю на те же самые грабли. По одному классно вылавливает, но когда они толпой. Началось, а блин. Удохали, да, одного? Сейчас я, блин, тут вам построю. Куда тебя, блин, понесло, дебила кусок? Да, блин, твою мать, сука. Да не ходи ты туда. Не ходи, я тебя прошу, не ходи. Come on.
Ох, и сильно же не стреляют, это прям жесть. Какого хрена я с ними постоянно связываюсь, не пойму. Ну, не учусь на ошибках. Даже жизни у него сколько, блин, это какой-то, блин. Пипец, а ну все оттуда свалили, блин, надо его застроить где-то.